Министр здравоохранения Ваэль Надер Аль-Халки назначен новым премьер-министром Сирии. Соответствующий декрет подписал президент Башар Асад через трое суток после бегства предыдущего главы правительства. Аль-Халки 48 лет, он выпускник медицинского факультета Дамасского университета. В начале 2000-х возглавлял региональное отделение партии БААС. В 2010-м – профсоюз врачей, а с апреля 2011-го занимал пост министра здравоохранения. Насильственное свержение президента Асада будет иметь катастрофические последствия, заявили участники консультативной встречи в Тегеране. В консультациях, которые проводятся по инициативе Ирана, принимают участие представители 29 стран. Все государства региона, а также страны, так или иначе втянутые в сирийский конфликт, должны примириться с реальностью, которая состоит в том, что политические, социальные и геополитические аспекты сирийского кризиса могут быть разрешены только внутри страны и путем диалога, заявил глава иранского МИДа Али Акбар Салихи. По его словам, переговоры между сирийским правительством и оппозицией должны носить серьезный и всеобъемлющий характер. Тегеран отвергает иностранное вмешательство в ситуацию и поддерживает усилия ООН по разрешению кризиса. Он готов выступить посредником в переговорах.